Маленькими шажками в Ивановской области стартует год театра. Маленькими в буквальном смысле этого слова, потому что на сцене дети. В выходные в Иванове проходит первый инклюзивный фестиваль «Играем в театр». Свои постановки готовы продемонстрировать 26 коллективов. Он создан для ребят с особенностями развития, в том числе. А то есть наше условие было, чтобы половина участников на сцене были с особенностями развития. То есть это разные коллективы со всей области, где занимаются ребята с ОВЗ. Театр помогает как-то, мне кажется, в более облегченной версии раскрыться человеку с особенностями развития. Как-то он раскрепощает и делает, может быть, их сложности с общением более простыми. Приглашали поучаствовать и детские дома, и коррекционные школы, и общественные организации. Сценическое искусство благотворно влияет на всех, кто в нем задействован. Педагоги говорят, что положительный эффект отмечается с каждой новой постановкой. Театральная деятельность является для наших детей очень важной, потому что занятия в театральном кружке, в кукольном кружке, драматическом, а также участие в музыкальных постановках очень развивает детей, развивает их речь, мышление, память. Детям нужно запомнить слова, движения. А также очень развивают их нравственные качества. Дети становятся более дружные, более сплоченные. Ребята выступают в трех возрастных категориях – детство, отрочество и юность. В жюри настоящие профессионалы и знатоки театра. Оценивать маленьких артистов с особенностями развития для них – новый опыт. К этим ребятам неприменимы шаблоны. На таких актеров нужно просто смотреть. Станиславский ведь говорил о том, что в театре надо актерам надевать короткие штанишки. Так вот, они в коротких штанишках. Они вырастают из детства, из того детства, которое им, может быть, досталось, не такое простое. Мне вот эти дети очень интересны. И я буду смотреть на них не без блокнота, без воспринимать, как они есть. Спектакль «Каша из топора» подготовил театральный коллектив «Браво, малыш» из Шуйского детского дома. История о том, как солдат обхитрил жадную старуху и наелся от пуза. Удалась ребятам на все 100. Вот уж действительно, браво, малыш. Станиславский непременно сказал бы «верю». А как иначе? Ведь никто даже не догадался, что роль военного сыграла маленькая девочка Люба. Мне нравится, когда мне все хлопают. А еще что нравится? Что я выступаю хорошо с Любой. Играть в театр на большой взрослой сцене ребята будут 2 дня. Однако самая сложная роль в этом фестивале уготовлена жюри. По итогам судьям все-таки предстоит определить самые артистичные коллективы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.